Привет! Вы на канале Olivia Life, и сегодня я вам покажу всю мою канцелярию, которую я купила к школе. Но перед этим обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, а мы поехали! Первое, это вот такой вот финал. Очень красивый, тут такой единорожек. И у меня много канцелярий с единорогами. В нем есть два отсека. Это вот тут, у меня тут лежат фломастеры. Второй отсек, это уже посередине. Видите, у меня там лежат разные канцелярии, которые я вам сейчас покажу. Первое, что там лежит, это трансформер. И вот такая. Такие две линейки. Также у меня есть еще обычная линейка, но она не влазит в мой пенал. И поменьше линейка. Скажи, я видео снимаю, попозже выйду. Замазка у меня обычная, вот такая зеленая. Ну, ты долго будешь стоять? Закрой только двери. Вот такие две очень красивые ручки. Одна фиолетовая, другая зеленая. Ей писать будет удобно. Зеленая и фиолетовая. Затем, ну, обычные два зеленых карандаша. Что-то необычного. Ну, и стиралка. И строгалка, которую я уже замазюкала. Все это нужно сложить. Какая? А, Субботина? Ну блин, сейчас я видео досниму и выйду. Back to school. Ко мне сейчас пришла Настя. Всем привет. Пошли гулять. Сейчас на улице снимешь. Ага, вместе с канцелярией. Подожди меня, сядь, подожди. Это Настя, не трогай. Да она увидит то, что ты его трогала. Увидит. Следующие это вот такие, ну, обычные тетрадки, зеленые. Тут 10 штук или 5 штук русских и 5 математики. Алгебра, обществознание, физика. Я иду в 7 класс. География, история, биология и математика. С единорогом. Вот такой вот дневник, тоже с единорогом. Я говорила вам то, что у меня много канцелярии с единорогами, потому что я очень люблю единорогов. Обычная красная папка, наклёпки. Альбом, 12 листов. Я не стала брать большой, потому что мы не так уж много и рисуем наизу. Гуашь, 9 цветов. Ладно, мне сойдет, я говорю, мы не так уж много рисуем на ИЗО, потому что мы больше всего пишем и учим какие-то, короче, лекции и все такое. Затем обычные карандаши. Тут их мало, я не стала брать много. Зачем? Вот так у меня фломастеры есть. Клей, карандаш. Кисточки для рисования и ножницы. И самое главное, это вот такой вот блестящий портфель Supreme. Есть вот тут кармашек и вот тут кармашек. Также есть по бокам карманы. Очень вместительный, и также он очень красивый.